Всем привет! Сегодня разбираем задачу с турнира Градова 94 года, основного осеннего варианта для старших классов. Условие задачи было следующее. Дан треугольник ABC, в нем проведена медиана AM, при этом выполняется соотношение AM плюс AC равно AB. В треугольник вписана окружность центром в точке I, она пересекает медиану AM в двух точках X и Y. Требуется найти угол X и Y. На мой взгляд, задача очень красивая, с элементарной картинкой, но сложная. До решения догадаться достаточно трудно. Давайте попробуем разобраться. В первую очередь, задачу можно переформулировать следующим образом. Поиск угла x и y равносилен поиску отношения расстояния от точки I до прямой xy к радиусу окружности. Именно этим отношением контролируется угол x и y. Через k мы обозначили проекцию точки I на медиану AM и через x длину отрезка IK. Если вы сделали это наблюдение, то уже понятно, какой будет основной инструмент при решении задачи. Дело в том, что наличие вписанной окружности и соотношения между отрезками на сторонах треугольника намекает на использование площадей. Так и сделаем. Заметим, что площадь треугольника ABM равна площади треугольника AMC и равна половине площади треугольника ABC. Следовательно, учетверенная площадь треугольника AMC равна удвоенной площади треугольника ABC и равна радиусу окружности, умноженному на периметр треугольника ABC. С другой стороны, площадь треугольника AMC складывается из площадей треугольников A и C, M и C и A и M. Поскольку расстояние от точки I до прямой AC равно радиусу вписанной окружности, учетверенная площадь треугольника А и С равна 2r умножить на С. По аналогичным соображениям, учетверенная площадь треугольника М и С равна 2r умножить на МС. А учетверенная площадь треугольника А и М равна 2х умножить на АМ. Заключаем, что равны два полученных выражения для учетверенной площади треугольника АМС. Отрезок МС в два раза короче отрезка БС. Поэтому соответствующие слагаемые в левой и правой части исчезают. Оставшееся выражение переписывается в виде равенства. R на AB минус R на C равно 2x умножить на AM. Принимая во внимание соотношение между отрезками AM, AC и AB, данное в условии, заключаем, что x делить на R равно 1/2. Это означает, что катет IK треугольника IKX в два раза короче гипотенузы IX. Следовательно, угол K и X равен 60 градусов, а угол X и Y в два раза больше и равен 120 градусам. Все, задача решена.